Мы уже приехали в Хайдельберг. Сейчас мы находимся в Хайдельберге, работаем уже третий день в Хайдельберге. Сегодня работали в университет Хайдельберга, проводили исследования, намечаем переговоры с Хайдельбергским университетом о сотрудничестве. Сейчас идет подготовительная стадия. Здесь город очень интересный сам по себе. Мы до этого в городе никогда не были. Город построен венецианцами. Что-то найдено место подготовки определенного рода людей, в общем-то, не совсем известно, как бы я бы так сказал. В проекте уже три книги, на сегодняшний день об этом месте, о подготовке тайной части рейнской традиции. Это то, что мы уже сегодня сделали. Отработали Хайдельбергский замок. В замке нашли для себя очень много интересных вещей. Замок построен комплексом Растру, то есть собирается из 12 РПТК, 12 частей замка. Внутрь вставлено зеркало венецианское, власть гражданская, власть военная. Он возвышается над всем городом. По сути своей, технология посланничества Рейна в стадии взлома сейчас как бы находится. Материала более чем достаточно для анализа, и мы сейчас приступаем как бы уже к выводам и построениям самой технологии для того, чтобы иметь возможность сделать научный доклад на симпозиуме, когда мы туда приедем.